Картина «Мадонна с младенцем в пейзаже» из собрания Государственного Эрмитажа – работа художника эпохи Возрождения из Италии Джорджоне, Джорджо Барбарелли де Кастельфранко. На картине сидящая на берегу реки на пригорке Мадонна с младенцем Христом на руках. Противоположный берег реки, выступающий фоном, является собой горный пейзаж, в левой части которого на небольшом ровном участке расположены несколько каменных строений. Ранняя история картины неизвестна. Первоначально картина была написана на дереве. В 1872 году реставратор Сидоров Александр Сидорович перевел ее на холст. Большинство исследователей относят картину к раннему периоду творчества художника, сходясь в том, что она была написана ранее Мадонны Кастельфранко, около 1503 года. По мнению Тамары Демьяновны Фомичевой, это подтверждается особенностями картины. Несколько скованная поза младенца, неловкий жест Мадонны, поддерживающий его голову, а также некоторый готицизм в трактовке одежды Мадонны, имеющий явную связь с графикой немецкого мастера Мартина Шангауэра. Этот готицизм во всех ранних работах Джорджоне, вплоть до Мадонны Кастельфранко. Татьяна Кирилловна Кустадиева, анализируя картину, писала: «Мария несколько отстраняет от себя младенца, и рождается совершенно особенное чувство задумчивости, мечтательности, сосредоточенности и тем самым интимности образа. Вибрация света на плотной живописной поверхности предвосхищает более поздние работы Джорджоне, занимая центральное место фигуры, неотделимой от пейзажа, трактованного цельно в его конкретной реальности, в то же время внимательно запечатленного в деталях». В этой маленькой картине безусловные достоинства сочетаются с явными недостатками. Она не раз вызывала замешательство и споры среди специалистов. В последнее время большинство исследователей склонны признать Мадонну пейзажи ранним произведением молодого венецианца Джорджоне. Это утверждение базируется на сходстве некоторых деталей эрмитажной картины и большой композиции Джорджоне «Мадонна Кастельфранко». Венецианская школа занимает обособленное положение среди других художественных школ Италии. В картинах венецианцев пейзаж играет гораздо большую роль, чем в живописи других итальянских художников. Удивительная достоверность пейзажа заставляет думать о том, что он изображен с натуры. Высокие горы, далекое море, каменные домики, приютившиеся в долине у подножия холма. Колорит картины выдержан в теплых тонах. Доминирующим здесь является густой красный цвет плаща Марии. Его поддерживают насыщенные коричневые, темно-зеленые тона. Синий цвет неба и моря не противоречит теплой гамме, но подчиняется ей. Эта полнокровность колорита, так же как и соотношение фигуры и ландшафта, утверждающие единство человека и природы, станут позднее отличительными чертами зрелых полотен Джорджоне, принесших ему славу великого живописца.